Всем привет! Сегодня у меня тортик, и я делаю тесто. Торт «Молочная девочка». Просеиваю муку. С разрыхлителем. Сгущенка. У меня будет 3 замеса теста. Перемешиваю хорошо. Чтобы не было комочков. Вот так распределяю тесто и в духовку 180 градусов. Это будет печься очень быстро, и поэтому я не смогу показывать все. Собираю первую партию. Торт получается высокий, я собрала его в пленку и в кольцо, и теперь убираю в холодильник часа на 3-4. Продолжаю. Торт постоял у меня 3 часа. Вот я нарисовала. Рот такой будет, глазки, и здесь будет все мохнатое. Нанесла декор гель. И разравниваю. Это зубы из мастики. Зубы в разные стороны. Руками удобней. Теперь насадкой травка делаю такие лохматушки, чтобы они были в разные стороны, лохматый такой. Делаю вот такой бордюр, и мне осталось нарисовать рот этому зверьку. И буквы. Вот так вот. Такой торт у меня получился.
Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, впереди будет много интересного. Пока-пока!